Питер Рейли, главный врач комплекса «Дельта», 29 октября 2145 года. Мы исчерпали все возможности медикаментозного лечения, пытаясь справиться с неожиданным всплеском психических расстройств. Я обращался за консультацией к психиатрам на Земле, но пока не получил от них дополнительных данных. Примерно у 80% всех участников экспедиции в другое измерение в течение 2 суток после возвращения появляются симптомы невроза средней тяжести. На 3-й сутки 75% больных демонстрируют признаки тяжелого паранояльного расстройства с галлюцинациями и вспышками насилия. Мы изолировали этих пациентов в надежде выявить патоген, пока мы не смогли найти никаких органических веществ, которые могли бы привести к таким радикальным нарушениям когнитивных функций. Судя по всему, патоген, чем бы он ни был, вызывает расстройство функций высшей нервной деятельности, оставляя в неприкосновенности только спинномозговые функции. По нашим наблюдениям, большой процент заболевших быстро теряет способность к рациональному мышлению и общению, а затем начинают появляться физические изменения. У больных начинается атрофия. Кожа бледнеет, мышцы ослабевают, кости, зубы и ногти становятся почти прозрачными, от людей остаются одни вены и сухожилия. Продолжаем наблюдение. Питер Рейли, главный врач комплекса «Дельта», 1 ноября 2145 года. Больной 0432, рядовой Стив Дженсен, умер сегодня в 15.43 от огнестрельной раны, которую он сам себе нанес из табельного оружия. Смерть наступила примерно через 110 часов после его возвращения из экспедиции на ту сторону портала. После экспедиции у рядового Дженсена развилась паранояльная шизофрения в тяжелейшей форме, с галлюцинациями, осложненная прогрессирующим слабоумием. Лечение оказалось неэффективным. Он был последним, кто выжил из этой исследовательской партии. Четверо остальных, вернувшихся вместе с ним, умерли от полученных в экспедиции ран вскоре после возвращения. Перед смертью рядовой Дженсен кричал на английском и других языках. Что-то про орды демонов, которые пожрут наши души. Мы проанализировали другой язык, на котором он кричал. Оказалось, арамейский. В свете таких тревожных событий я разместил в своем кабинете запас медикаментов и боеприпасов. Все идешь вперед, солдат. Твой путь никуда не приведет. Ты умрешь, и я заберу твою душу. Слава богу, ты не из этих. Похоже, все остальные мертвы. Я тоже виноват. Внес свой вклад проникнуть в другое измерение. Какое безумие. Слушай, у нас нет времени. Мы впустили сюда дьявола.
Защитный стабилизатор портала отказал. Когда Битрогер забрал эту штуку, артефакт, который мы нашли в руинах, он унес его за портал, а потом полезли черти. Сначала помоги мне. Я пытаюсь снова запустить телепортер. Все вокруг разрушено. Выбраться отсюда можно только через портал. Найди мне исправный плазменный излучатель. Тогда я смогу включить телепорт. Он должен быть в управлении, в серверной. У меня есть допуск. Я открою тебе двери. Готово. У нас мало времени, поторопись. У нас нет времени. Найди плазменный излучатель, быстро. Некогда болтать. Найди излучатель и принеси его мне. Скорее. Я должен остаться здесь, наладить компьютеры. Дезинфекция закончена. Всего доброго. Thank you.
вас о просьбе, излагаю мои впечатления от первого путешествия сквозь портал. Рядовой первого класса Фрэнк Синдерс. 15 октября 2145 года. Даже не знаю, с чего начать. Ну, раз уж я пишу этот отчет, значит, я выжил и чувствую себя тут неплохо. Не замечая в себе ничего из того, о чем докладывали другие, прошедшие через портал. Ну, я все еще пытаюсь разобраться. Что могу сказать? Мы открыли какую-то мерзкую дыру, которую лучше бы не открывать. Слава богу, там вряд ли есть жизнь, но огонь, жара, зловоние. Пахло смертью, тлением и горелым мясом. Завтра мы ведем туда компанию яйцеголовых. В смысле, сотрудников научного отдела. Выставим передовые посты и начнем высылать разведывательных роботов. Не знаю почему, но у меня плохое предчувствие. Зачем мы вообще туда полезли? Что, кому хотим доказать? Не понимаю. Рядовой первого класса Синдерс, доклад закончил. Система подачи галлона. Доступ запрещен. Thank you.
октября 2145 года. Больной рядовой Стив Джонсон. Прошлась паранояльная шизофрения. Осложненная прогрессирующим слабоумием. Лечение оказалось неэффективным. Первоначальный врачебный осмотр обнаружил только слабо выраженный психоз. Единственным признаком расстройства была паранойя. Прилагается запись G8A, рядовой стержень, 18 октября 2145 года. Психиатр доктор Купер, пациент рядовой Стив Дженсен, 27 лет. Стив, ты хочешь поговорить о том, что с тобой происходит? Не хочу. Но я хочу помочь тебе, Стив. Я уже пытался говорить. Я псих, меня лечить надо. Ну, я врач. Я хочу помочь тебе. Помочь? Нам уже ничто не поможет. Во время следующего осмотра больного, через трое суток после первого, обнаружилась быстрая регрессия физических и умственных функций. Поведение не соответствовало ни одному из известных паттернов. Прилагается запись H3-2, рядовой Стив Дженсен, 21 октября 2145 года. Что ты видишь, Стив? Расскажи мне. Я не хочу это видеть. Они скоро будут здесь. И тогда вот все. И ты можешь сказать, что ты видишь? Стив. Пациент не реагирует, сеанс окончен. Мы исчерпали все возможности медикаментозного лечения. Я обращался за консультацией к психиатрам на Земле, но пока не получил от них дополнительных данных. Мы просто бессильны.